Это пейзаж словно с картины. Природная идиллия и люди с удочками. На пруду деревни Павелка сегодня людно, как никогда. Валерий Челокян, не отрываясь, наблюдает за женой. Вместе они уже 30 лет. Вот и сейчас она с удочкой, он с уловом. Вот это радость сегодняшнего дня. Это радость, потому что сегодня праздник. Для нас, для колясочников, для других инвалидов сегодня просто супер день, праздник. К этому празднику готовились 3 года. Сначала разрабатывали чертежи, потом строили сам рыболовно-реабилитационный центр. Пока он единственный в России, поэтому оценить липецкую задумку пригласили Станислава Радзишевского. Знаменитый телеведущий, режиссер программы о рыбной ловле сам саму идею одобрил. Весь вопрос в ее исполнении. Вообще у нас такая удивительная страна. У нас хвалят детей за то, что они помогают бабушкам перейти улицу. Хвалят власти за то, что появляется нечто подобное. По-моему, это в обязанности и гражданина, и человека, и любой власти всячески помогать своим гражданам, в том числе и с такими нарушениями. Для самих же рыбаков это место словно райский уголок. Специальные мосты, пандусы, беседки и, главное, клев. Рыба сама идет в руки. Жаль, что такие условия оценить смогут далеко не все. Добираться в Лебедяй, например, из Тербунов совсем несподручно. Мы хотим жить нормальной жизнью. Но почему? Разве вот это для инвалида, если везде такие мостушки были, да здоровый, пришел сюда, знаете, какие условия? Комфортные, отдохнул, побыл. И Таити ненужные, и всякие там эти острова. Сегодня областные власти пообещали создать такие рыболовные центры во всех районах. Первый на очереди Усманский и Хлевинский. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.